В США началась кампания за импичмент Трампа. Миллиардер Том Стайер начал кампанию по отстранению Трампа от власти. Миллиардер из США Том Стайер инициировал кампанию по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Твиттер. Стайер опубликовал видео, в котором заявил, что Трамп угрожает СМИ, пользуется инвестициями зарубежных властей, а также привел США к порогу ядерной войны. Необходимо объявить импичмент и отстранить от должности настолько опасного президента, заявил он. В США 10 городов требуют импичмента Трампа. Напомним, ранее издатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил $10 миллионов за материалы, с помощью которых можно будет начать процедуру импичмента Трампа. По материалам сайта Newsgra.com.